того, чтобы поймать вот этого негодяя, нам пришлось ехать из центра. Добраться сюда нам помогли друзья из Делимобилей. Делимобиль помогает добраться нам в любую точку Москвы. Скоро он будет в Питере, кстати. А что же здесь? А здесь негодяй. Вот сейчас мы его будем ловить, и спонсор этого выпуска – Делимобиль. Он по газону фигачит, смотри, нифига себе. Доставай баллончик, сейчас мы его... Сочи творит, а? Фига как лавирует. Да, вот такой у нас вот лехух. С пропуском, Андрюха, пропуск засними на телефон. Ничего себе, блин. Вот орел герой. О, ничего себе, еще и сшибает. Ничего себе, видали? Офигеть. Правительство Москвы. Машина правительства Москвы сбила орла. Вот это, да. Вот это, блин, антигероизм, блин. Правительство Москвы, префектура. Ты что, дурак, что ли? Дебил, иди сюда, ты меня сбил, стой! Стой! Стой, ДТП! Стоять на месте! Че стоять? Я на тротуаре стою, че стоять? Стой здесь, здесь ДТП, стой! Стой! ДТП, вызываем полицию! Сегодня уехать, вот мы здесь так нарушаем. Зачем ездить по тротуару? Блять, я просто опаздываю. Я опаздываю, я сегодня улетаю, я со смены. Мы сегодня ехали 10 минут, вот приклянусь, потратили 10 минут, развернулись и приехали сюда. Не на самолет, на съемки еще улетать. Я сейчас со смены. Почему я опаздываю? Вы понимаете, что сейчас мы потратимся более часа. Мне извиниться перед вами? Нет, просто вообще не надо так делать. Давайте сейчас мы вам решим прав. Претензии? Ну, конечно, надо прав лишить человека. Вызывать ГАИ будем? Обязательно. Ну, зачем права отрешать? Ну как? Едете по тротуару, сбиваете пешеходов. Ну, как я зачем? Не сбил, я бы не стал сбивать. Видели, как объехал ребенка? Вы хотите застрять? Объехал ребенка. Замечательно. Вот, вот стояли, я бежал, ну что? Дайте по-хорошему. Есть еще, могу денежно возместить это все? Нет. Смотрите, два варианта. Если у Андрея есть к вам претензии, вызываем ГАИ, оформляем. Если вы говорите, что больше так не будете, то... Я не бил этого. Уезжайте и... Разворачивайте. Все, уезжаем? Да, да, да. Это будете выкладывать в Ютубе? Обязательно. А девушке стыдно сидит? Понятно, что ей стыдно за это все. Ну, надеюсь. Да ну как? Как обычно. Как обычно. Вот так вот, ребят. А потом газон за нас что делали. Эти же и префектуры. Из префектуры. Свинья грязная идея, блин. Ах ты быстро едешь, к машине. Хорошая машина. Делимобиль. Вы посмотрите, что творят французы, как говорит Андрей Сергеевич. Посмотрите, ребенок с мамой гуляет вообще. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вы как вот к таким нарушителям относитесь? Меня Денис назвал канал движения. Отвратительно. Да, давайте я вас защищу. А я сейчас спущусь. Евгений, вы защищаете мирных жителей. Да что ж ты делаешь-то, а? Да что ж ты делаешь-то? Вот звери, а? Газон топчет. Почем зря? Камеру здесь надо ставить. Камеру и инспектор на постоянно.
Здравствуйте. Чего? А зачем вы здесь? Здесь люди ходят. Дамы с колясками, женщины. Чему ребенка-то учим? Мы пешеходы. Ну. А вы водитель опасного транспортного средства, который едет по тротуару. Вам надо извиниться и вернуться. Извините. А теперь назад. А вы кто вообще? Пешеходы, мы поговорим. Добрый день. Здрасте. Будьте добры, сдайте, пожалуйста, назад. И пусть не курит машину с ребенком. Но это уже его личное дело. Здесь с колясками ходят дети, пешеходы, сын, пример плохой. Давайте, чтобы... Сегодня хороший день, сегодня с хорошим настроением все нарушители, поэтому я предлагаю назад и... в обществе. Мы, кстати, вот честно говорю, с вами проедем... 10 минут? Да, 10 минут, быстрый поток идет. Без шуток. Всего счастливой дороги, да. Коляски, дети, люди гуляют по тротуару. И что мы видим? Мы видим, что он нас увидел и боится, прячется. Правильно, прячется. И все-таки прятался и выехал. Не выдержала душа поэта, решил нарушить. И опять же, здесь же тротуар. Зачем же вы? Знаю. Живу здесь. Назад? Здрасте. Меня Евгений зовут. Сегодня вы вежливые попадаются хамы на дорогах. Сегодня, в том числе и на тротуаре. Вы четвертый, по-моему, или третий. Хочу сказать, вы специально пропустили с колясками людей. Да. Ну вот я говорю, вежливые. Поэтому давайте для хорошего настроения, сегодня погода такая, вы назад поедете, развернитесь, вам туда надо. Мы сами, вот честно говоря, проехали, 10 минут всего потратили, трафик нормально идет, медленно, но проедете. Мы доехали до туда, развернулись, и, ну, чтобы вы понимали, что мы также проехали. Поэтому я вам буду благодарен, спасибо вам большое. Всего доброго. Здрасте, парни. Здравствуйте. Я что, поздороваться с вами? Я всегда-то смотрю вас там. А я думал, его нарушитель сначала. Не, прекратите. У вас тут... Да, очень приятно. У вас эти, как я? Добрые шипы. Да, Макс. Я Виктор, спасибо. Я всегда смотрю, думаю, как бы вас увидеть. Ну вот сегодня вот в этом доме. Какие молодцы. Андрей перед капотом, Андрей. Да я тут легко, что, я нога сломана, я не беру. Помолкай. У нас сегодня вижу, вот там вот попадается. Вот там дорога, вот идет. Трафик хороший, мы сами проехали, потратили всего 10 минут. Просьба огромная, давайте всем хорошее настроение. Спасибо, что все это было. А где это доктор Ему? Доктор Мухин, помощник. А кто это? Ваш. Сплошная. Раз. Тротуар, ну давай, стесняйся дальше. Эй, девушек не дави. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Вот, правильно, молодец. Доходчиво. Человек с камерой может сотворить вот такое вот дело доброе. Номерочек все равно запишем. Сигнали нам мотопедисты, спасибо. Обельники хочет сюда. Ну и как бы пока покажу вам нос орла, чтобы этот товарищ вас едет. Да, вот он едет. Вот и Вольво, нет, не Ниссан. Ниссан, ой, не обманили. Я говорю, сегодня так, представляете, как у меня. Сейчас у меня... А представляете, сейчас как, проездили? Вообще, Можете парень дал назад. Что там, как обошлось? Это у нас седьмой мутант на сегодняшний день.